Три дня назад ко мне подошел один человек и пожаловался. «Садхгуру, я испытываю такое напряжение на работе. Я больше так не могу». На что я ответил: «Благословляю тебя на то, чтобы тебя уволили». «Нет-нет, Садхгуру». Я спросил: «Почему?» «В чем проблема? У вас есть работа, вы страдаете. Вы теряете работу, опять страдаете. Судя по всему, дело не в работе». Напряжение и стресс, которые вы испытываете, не имеет ничего общего с вашей работой или бизнесом, которым вы управляете. Причина в вашей неспособности управлять своим умом, своим телом, внутренними процессами и энергией. Вы не способны управлять этим механизмом. Из-за этого внутреннего разногласия любая работа приносит стресс. Посмотрите вокруг. На любой работе люди жалуются на стресс, не так ли? Если люди бедны, они страдают от бедности. Стоит сделать их богатыми, они будут страдать от высоких налогов. Нет образования — страдания. Отправьте их в школу — сплошное страдание. Не женаты, страдают от этого. Стоит им жениться. Не буду продолжать. Причина не в том, что в вашей жизни что-то не так, а в вашей неспособности управлять этим. Если вы знаете, как управлять этим, уделили вы хоть какое-то время тому, чтобы научиться управлять этим? Если бы ваш ум следовал вашим указаниям, вы бы создавали стресс или блаженство? Если бы ваш ум следовал вашим указаниям, вы бы создавали стресс или блаженство? Конечно, блаженство. Очевидно, что ваш ум вас не слушается. Ко мне часто приходят люди и говорят: «У меня ужасный начальник, я так больше не могу. У меня ужасная жена. Мой муж невыносим, моя теща совершенно невыносима». Я говорю им: «Приезжайте, можете остаться у меня. Муж, жена, начальник, теща, никто вас не потревожит. У вас будет крыша над головой, хорошая еда, делать ничего не нужно. От вас потребуется только быть радостными, вот и все. Иногда я буду приходить и проверять, как вы, и вы должны быть радостными. Если же вы будете страдать, зачем мне подпитывать страдания? Но если оставить их наедине с собой, уже через 24 часа они себя измучают». Если вы несчастны, находясь в одиночестве, то очевидно, что вы в плохой компании, не так ли?